Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Напоминаю, мы умираем в этих, наверное, трех сериях. В прошлой серии мы умерли, в этой серии тоже, скорее всего, умрем. Лето оказалось для меня очень тяжелым испытанием на самом-то деле. И, как вы видите, появился я, собственно говоря, на болотах. На болотах я появился, где я и предполагал. Появлюсь. Следующая наша ресылка будет, если не ошибаюсь, вот здесь. Да, здесь мы даже что-то оставляли. В любом случае, это очень далеко от дома. Да даже если бы это было бы близко к дому, все равно бежать к нему, и возле дома у нас ничего практически нету, чем нам может помочь. Лето в самом разгаре, и я, грубо говоря, умираю. Умираю я очень плохо, видите, уже 5 хп. То есть, считай, собаки меня загрызли. Еще у нас, слава богу, у нас утро впереди. То есть, вот такое темное все это ненадолго. Это хорошо. Мне осталось всего один удар до того, как я скопычусь, грубо говоря, и... Так, подождите, куда мне? Мне наверх надо. Мне наверх. Так, утречка, все. Чуть-чуть посветлело. Слава богу, стало чуть-чуть что-то более-менее видно. Мермы, тихо. Так, пойдем через свиней. Свиньи хоть как-то должны все это задержать. У нас 63, 64, 65, уже 66 градусов. То есть мы сейчас умрем тупо от жары даже. Твою ж медь. Вот зачем так? Зачем? Лето, зачем? Лето, нет! Я умираю. Это нереально. Это нереально, товарищи. Я умираю просто так, ни с чего. И вот тут уже на меня начинают сразу нападать, да? Так, что у нас здесь? Это мне... Ну, вот это мне понадобится. Вот это, я говорю, мне понадобится. Так, ну что, идем... Хотя я здесь тоже умираю, скорее всего. Скорее всего, я здесь умираю. Тут без вариантов. Я не успею добежать до того, как наберу большую температуру домой. У меня ничего нет, то я протуканил тот момент, где не изучил себе эндотермический костер. Это самая моя большая ошибка. Я уже начинаю греться. И эта серия у нас будет, опять-таки, последняя. Как ни крути... Мы за Вигфрид умерли по глупости, а не от каких-то, знаете, там, экшенов. Я бы даже вот так сказал. Ты не можешь даже водичку попить, да? Какая печаль. Я ужасно разозлен на разработчиков, что они не сделали возможность купаться в море. Почему? Это же лето. Это никакой правдоподобности. Летом здесь ужасно жарко, зимой здесь постоянно ужасно... холодная. Здесь нет никакой правдоподобности, что это какая-нибудь такая хоть маленькая, но планета. Если рассчитывать это как вообще планету, да? Местность, на которой она находится. Мы умираем, и следующее наше прохождение за следующего персонажа будет вскоре, но голосование, не забудьте, сейчас голосование будет у нас в группе ВКонтакте. А прямо на данный момент есть голосование, какое следующее прохождение головоломки вы хотите на нашем канале. Мы умерли вот так вот по глупости от жары. Надеюсь, я своей смертью вас хоть чему-то научил, что как бы вы ни старались, как бы вы ни доготовились, все равно вы подохнете летом. Все тлен и ужасно все. Ну, по крайней мере, своей смертью и своим выживанием я уже кое-что понял. Подземелья не совсем-таки спасают от жары. И что-то вот на самом деле тут непонятно с едой. Были моменты, когда я ее ел, и у меня поднималась температура. Возможно, из-за того, что она чуть подпорченная, она как-то поднимает температуру в виде, ну, знаете, на пищевое отравление, возможно, знаете, типа боли, все такое. Воу, смотрите, все вокруг начало гореть. Вот здесь сбоку мы видим, да? Все в округе начало гореть. Это печалька, на самом-то деле. Весь лес. Я не дождался прихода новых боссов. Не знаю, может, я уже думал, может, их сделать, чтобы они чаще появлялись, но... Нафиг надо, нафиг надо. То есть я делал все по стандарту в этом мире, у меня перешел только циклоп олень за все прохождение, а новые боссы никто не пришел. Если я их сделаю чуть подчаще, то они могут вообще приходить раз в 10 дней каждый. Это будет жопа на самом-то деле. Ну, посмотрим, как мы с этим справимся. Ждите, скоро будет прохождение за нового персонажа, буквально
сегодня, я, наверное, да, прямо сейчас я поставлю в группе ВКонтакте голосование, за какого персонажа вы хотите следующее прохождение. Опять-таки, как я уже и говорил, на данный момент есть голосование, какое прохождение игры вы хотите, головоломки. Там на данный момент у нас две. Это вторая Депония и Ночь Кролика. Свое вы можете в комментариях предложить. Огромнейшее вам всем спасибо за все ваши советы. Как ни крути, советы ваши были хороши. Советы ваши были офигенны. Не ко всем я прислушивался. И, видите, моя ошибка. И не все я учел так, как надо. Да. Я думал, что у меня получится, а оказалось нет. Лето очень жесткое, и разработчикам надо чуть-чуть задуматься насчет того... нет, им не надо насчет этого задумываться. Я думал насчет того, чтобы сделать его полегче. На самом деле, вряд ли оно тяжелое. Оно очень легкое лето. Вот честно, легкое лето. Просто свою тактику надо под каждый определенный, скажем так, сезон сделать. Да. То есть, правильно говорит... Хантер, что если ты не подготовился до этого сезона предыдущим, то ты в этом следующем сезоне умираешь. Это да, это так, как ни крути. И хотя я был готов, вроде бы, да, и шапка эта, я не знал, что она намокание дает. И меня это сбило с пантылыку. Я, грубо говоря, из-за этого и начал быстро дохнуть. Из-за того, что пошло намокание, из-за того, что пошли монстры. И я разрывался насчет того, что мне выживать в днем, ночью, когда, что, с чем. И это очень грустно и печально. Хотя, кстати, мне советовали сделать арбуз и надеть на бошку, и он не дает намокания, но это очень странно. Арбуз же он какой? Он жидкий внутри, да? Ну, как бы, ну, такой, более-менее. И когда его на бошку надеть, что не пойдет намокание, он же еще хуже, он же липкий. Ну, ладно. Не мне судить. В общем, много не учтено. Опять-таки, я бы очень классно обрадовался, если бы разработчики добавили купаться в воде, в море. И почему намокание летом дает такое большое понижение рассудка, мне непонятно, потому что летом быстро высыхаешь, при такой жаре ты должен мгновенно вылезть, сразу уже сухой, сразу вот все, поглаженный сухой, выжимка и все, все дела. В любом случае, да, не будем затягивать. Огромнейшее всем вам спасибо за все и за вся, за ваши просмотры, за ваши советы. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на канал. Ребят, не забываем ставить большие пальцы вверх, это ускорит следующее прохождение, следующий сезон. Вот, да. Огромнейшее всем спасибо. Честно, честно. Всем удачи, до скорого и не голодайте.